Это Володя Фонарев. Мы находимся вместе с программой «Музыкальный инстинкт» на выставке «Музыка-2011. Москва». За моей спиной очередной интересный стенд. Это компания Pro Audio, которая представляет два очень интересных бренда, которые очень хорошо известны всем диджакеям. Это продукция компании Native Instruments. Это прежде всего, конечно, программа «Трактор», контроллеры X1, S4, S2, которые, кстати, дебютируют на этой выставке, а также продукция компании Ableton. И очень приятно, что впервые компания Ableton представляет сами производители, ребята, которые приехали из Германии, из Берлина, и сегодня они здесь показывали свои мастер-классы, возможности, которые демонстрирует программа, которая предназначена как для написания музыки, и так для ее воспроизведения. А за нашей спиной, как всегда, кудесничает этот космонавт. Человек-энерджайзер, человек, который позволяет, заставляет музыку и нас двигаться в такт его ритма и его сердца. Рядом со мной находится Алексей Савонин, компания «Пионер». За нашей спиной стенд этой компании. И сегодня там представлено большое количество интересных новинок, о котором нам Алексей сегодня расскажет. Леш, скажи, пожалуйста, на что сегодня делает упор, прежде всего, компания «Пионер»? Компания «Пионер» делает упор в своем диджейском оборудовании на два направления. Ну, во-первых, поддержание имиджа компании как беспрецедентного оборудования номер один для клубной индустрии, то есть нормальных клубов. Плюс он приступает к развитию, то есть уже приступил к развитию более демократичного оборудования, в первую очередь по цене, но ни в коем случае не по качеству. Это бюджетные CD-плееры, бюджетные микшеры и, конечно, новейший тренд – это контроллеры. Скажи мне, пожалуйста, сегодня здесь представлены, как понимаю, два основных контроллера, которые позволяют работать с такими программами, как «Трактор» компании Native Instrument и Serato Scratch Live. Почему компания «Пионер» решила вступить на такую сложную тропу и взялась за интеграцию с другими производителями? Ну, во-первых, сама компания «Пионер» софтом как таковым диджейским не занималась. Зачем изобретать велосипед, когда на рынке сложились достаточно серьезные имена, такие как «Трактор» и «Serato», которые популярны в первую очередь в Америке. Соответственно, гораздо проще, гораздо разумнее поработать с этими программами, с этими производителями, чем изобретать свой велосипед. Это производители, которые зарекомендовали себя как производители лучшего софта для диджеев. «Пионер» зарекомендовал себя, как я надеюсь, производитель лучшего харда для диджеев. Соответственно, лучший хард плюс лучший софт. По идее, должен быть хороший результат, который, на мой взгляд, получился. Но помимо контроллеров, компания продолжает выпускать пульты, которые сейчас на сегодняшний момент являются клубным стандартом. Я так понимаю, что сегодня представлен новый диджейский пульт, который номинируется как 900, это как название его, да? Скажи, пожалуйста, об этом оборудовании. 900-й пульт призван заменить 800-й, который хозяйствовал, который доминировал в диджейках всего мира, можно так сказать, на протяжении последних нескольких лет. Так как все развивается, естественно, и новые технологии затрагивают и производство микшеров. И это следующий шаг в микшерах компании «Пионер». То есть он поддерживает передачу музыки по сети в реальном времени через LAN, он поддерживает USB-технологии, у него улучшен звук, у него улучшены эффекты, эффектов стало больше. А при этом он абсолютно не проиграл в эргономичности и в интуитивности, он абсолютно такой же, как и DJM 800, и что, собственно, всем и нравится. Друзья, мы с вами находимся перед стендом компании Native Instruments, которая выставляет Pro Audio. Вот буквально дебютирует оборудование, которое буквально недавно было заявлено и уже представлено здесь на выставке. Это контроллер, который позволяет управлять программой «Трактор». Это Native Instruments «Трактор S2».
Также есть более большая модель, более серьезный аппарат. Это трактор S4, который представлен чуть правее от нас. А также все звуковые карты. И, собственно, каждый из вас может выбрать то, что ему нравится, и то, что ему интереснее. Также на этих инструментах представляет всю линейку. Если хотите приобрести звуковую карту, иметь хорошее качество звука, это Native Instruments. Если хотите приобрести контроллер, который позволяет вам управлять программой трактор точно так же, вы имеете фактически все возможности. Настройки, фильтры, эффекты, лупы и многое-многое другое. Вы получаете то, что будет пахать и работать. Это значит называется трактор. Это программа «Музыкальный инстинкт», с вами Володя Фонарев. Мы находимся на выставке «Музыка Москва-2011». За моей спиной находится стенд компании MixArt, которая позиционирует на диджейском рынке такие два бренда, как Alien Heat и Denon. Как видите, и взрослые, и совсем дети могут пользоваться этим оборудованием. То есть каждый себя находит то, что он действительно ищет, и по своему бюджету, и по своим возможностям. Компания Denon представляет большое количество различных диджейских контроллеров, которые заменяют, как мне кажется, винил в ближайшее время. Ребята, которые работают на стенде, показывают возможности, которые демонстрируют это оборудование. Ну а мне очень приятно, что здесь на выставке появился пульт, о котором в последнее время говорят все профессионалы. Это Alien Heat DB4, потрясающая машина со звуковой картой, со звучанием, огромными возможностями. Мне кажется, это пульт будущего. Сегодня он уже стоит здесь, и многие уже им пользуются. Давайте заглянем и посмотрим особенности этого оборудования. Итак, это пульт DB4 Alien Heat, потрясающая машина. Обратите внимание, что у него расширенные возможности. Между классическим трехполосным эквалайзером на каждый канал есть возможность добавлять эффекты. Причем не просто эффекты, которые уже встроены в сам пульт, но вы можете каждый эффект добавлять персонально. Выводим эти дисторшены, все что угодно, менять параметры, назначать каждые новые функции. Более того, пульт находится и дает возможность работать по MIDI. Собственно говоря, это новый стандарт диджейского оборудования. Также есть классические фильтры 92-го пульта, наушники, развитое меню, подключение к USB и многое-многое-многое другое. Здесь рядышком человек, оркестр. По-другому не могу сказать, человек-зажигалка, энерджайзер и космонавт. Эд, я знаю, что на протяжении уже нескольких лет ты пользуешься программой Ableton. Почему именно эта программа и чем она тебе интересна по сравнению с другими возможностями, которые в следующий момент представляют различные бренды и другие производители? Но дело в том, что я уже много лет одновременно и музыкант, и диджей, и именно эта программа позволяет мне это максимально эффективно совмещать. То есть я и делаю музыку, и диджею все в одном таком environment'е, и для меня это максимально удобный вариант. Получается два в одном. Можно играть и можно прежде всего записывать. Да-да, и можно вообще делать ремиксы, реворки прямо на лету. Мы находимся на выставке «Музыка 2011 Москва» на стенде компании ProAudio. С нами представитель компании Ableton, программа, которая в последнее время очень популярна, как у диджакеев, но прежде всего у музыкантов. Я хотел бы спросить, в чем преимущество программы Ableton по сравнению с другими? Пользуясь программой Ableton, вы можете импровизировать, в принципе, в любой момент. То есть, как только вы загрузили свое первое кольцо, вы уже можете абсолютно свободно во времени ходить вперед, назад, создавать вариации и так далее. В классическом секвенсоре этого просто сделать невозможно. Практически это возможно вживую создавать совершенно новое. Абсолютно верно. Можно просто симпровизировать ремикс.
Можно быть диджеем и можно быть ремиксером одновременно. Москва, и мы познакомили вас с новыми интересными девайсами, программами. То, что будет в самое ближайшее будущее определять развитие электронной танцевальной музыки. Увидимся в следующем году.